Добрый день, друзья! Меня зовут Максим Самков, я из Ханты-Мансийска, я репетитор по математике. Ну и мне бы хотелось дать вам несколько советов по поводу, как готовиться к ЕГЭ во время пандемии. Первое, что вы должны понимать, для вас ЕГЭ – это соревнование. То есть соревнование с другими участниками, и вы должны понимать то, что самое главное – обогнать кого-то на то, чтобы поступить в ВУЗ. Любой спорт состоит из нужных, так скажем, из самых главных вещей, а именно первое – выносливость, второе – знание и третье – удача. Это самые главные, так скажем, моменты, которые я вам бы хотел сказать. Как у нас обеспечивается выносливость? Первый совет, который я вам хочу дать – высыпайтесь. Сон – это самое главное для вас. Второй совет – это тренировки. Что означает тренировки? Тот предмет, который вы сдаете, вы должны обязательно каждый день хотя бы по 10, 15, 20, 30 минут постоянно повторять. Ну и третий момент. В спорте ведь не без удачи. Вы просто должны верить в свою счастливую звезду и верить в то, что вы сдадите этот ЕГЭ без всяких, так скажем, проблем. Последнее, что бы мне хотелось сказать. Представьте, что это компьютерная игра. Понимаете, друзья, вы, когда проходите очередное, так скажем, существо, вы приближаетесь к финал-боссу. Соответственно, финал-босс – это для вас 100 баллов. Для этого вы должны всех участников потихонечку выиграть. Так что, опять же, высыпайтесь, тренируйтесь, верьте в свою удачу, и у вас все получится. Удачи, друзья! Thank you.